Молодежь Дербентского района Дагестана обсудила тенденции развития села и возможности самореализации. Форум состоялся в селе Чинар Дербентского района. В мероприятии приняли участие свыше 100 молодых жителей муниципалитета. Почетными гостями форума стали полномочный представитель главы Дагестана в Южном территориальном округе Энрик Муслимов, депутаты Народного собрания, главы Дербента и Дербентского района. Открытие форума сопровождали творческие номера воспитанников детской школы искусств села Хазар и коллектива вокальной группы «Виктория». Для участников приглашенные эксперты провели образовательные семинары о развитии сельских территорий, о перспективах развития села и личностного роста, поддержке и развитии малых форм предпринимательства. Также участникам рассказали о возможностях, которые предоставляет МФЦ для регистрации бизнеса и получения поддержки сельскохозяйственным предприятиям. Ну а для молодежи Гергебельского района прошел спортивно-образовательный форум в прикутанном поселении села Дарада-Мурада, которое расположено в Кумтаркалинском районе. В открытии мероприятия принял участие полпред главы Дагестана в Горном территориальном округе. В форуме участвовали команды почти со всех населенных пунктов района, которые состязались в таких видах спорта, как подтягивание на перекладине, стрельба из лука, прыжки в длину, перетягивание каната и бег на 100 метров. Перед началом соревнований свое мастерство показали профессиональные спортсмены по воркаут. Также участники форума осмотрели школу-лицей с агроэкологическим уклоном. В учреждении имеются свой фруктовый сад, питомник, маленькая овцеферма и прекрасные мастерские, позволяющие не только закреплять на практике теоретические знания, но и реально заниматься трудовым воспитанием детей.